Итак, что делает участник? Я говорю, начинается там такая-то группа такой-то дисциплины. Участник берет собранную головоломку и идет в зону скрамблинга ее сдавать. Там будет находиться карточка. Карточка участника – это такой листочек формата А6, четвертинка от А4. Там будет написано ваше имя. Если вы указывали имя при регистрации только на английском языке, то оно будет написано на английском. Если вы указали еще и на русском, то будет на русском написано. Ваша задача – найти горшочек с карточкой, на которой написано ваше имя, и головку сдать. После чего пройти на место участника. После чего там происходит некоторая магия. Головоломки замешивают по специальным алгоритмам. И когда все готово, судья, который назначен за этот же стол, приносит головоломку участнику. Судья уже знает, какой стол идти, поэтому все должно проходить быстро. Головоломка накрывается крышкой, и у участника есть 1 минута на моральную подготовку. За это время он может попить водичку, подышать, заняться йогой, ну, так, чтобы не мешать другим участникам, конечно. После чего он должен сказать, что он готов. Участник сказал, что он готов, судья моментально, в этот же момент, открывает крышку и запускает секундомер. У участника есть 15 секунд на осмотр головоломки. Судья предупредит, придет 8-15 секунд. 8-12 секунд. Да. Участник собирает головоломку, останавливает таймер, и все. Эта попытка заканчивается. Кстати, почему-то не видно время. Но если кому-то интересно, Алексей собирал за 7.88. Сейчас организаторам нужно будет... Так, спасибо, спасибо. Это первая сборка наших соревнований после того, как они были открыты. Как ни крути. После чего судья записывает время в карточку. Ну, наверное, не надо, да? Тут карточка уже под какого-то участника. Он будет нам неблагодарен. Но судья записывает время абсолютно разборчиво, после чего подпись ставит судья и подпись ставит участник. Пожалуйста, судьи, вместо подписи, если она у вас не говорящая, если там просто какая-то закорючка, поставьте свои инициалы. Это нужно, чтобы нам вас было проще найти. Участники могут подписываться, как считают нужным. На этом попытка заканчивается, после чего судья подает участнику коробочку. Участник возвращает свою головку туда. И все начинается заново. В большинстве дисциплин у нас 5 попыток, и за эти 5 попыток находится среднее время. Все, давайте поблагодарим участников и проводим их. Дальше, а я еще немножко расскажу. We'll be right back.
назад. Ладно, я не нахожусь, я просто...